Типа, и всем привет, с вами Джим Рейнер. Ага, вот, пошли скрипты. И я начинаю проходить миссию Честь и Отвага. Локомотивчики тут разнообразные. Резкость огромная. Так, чё со звучком? Опять все в говно? А, ну да, я эффекты убрал. Должен работать. Да, вот работает. Yes, sir. Got it, sir. Got it, sir. Got it, sir. Yes, sir. Выйти из окружения хотя бы 20 морпехами. А, это... Игогошеньки. Сань-то господь никак же лгает. Это нам сюда. Понятно. Абрамсы, два паладина и дохуя гробов. Yes, sir. Got it, sir. Сколько в одном таком гробе может привозиться? Купаж 3 плюс 28, нихера себе. То есть yes, мне sir. Нужно на один такой гроб доставить. Yes, sir. Да, действительно немало бойцов находится внутри. Got it, sir. Got it, sir. Yes, sir. Эх, как же я хотел бы просто взять и он 12-м туда долететь, или Ил-76-м. Черт возьми, не таким же методом. Хера себе. Потоки прям пехоты. Ага. Дохуя пехоты сформировано. Точнее, еще не сформировано пока что. Давай, блин, пехота, иди быстрее. Сука. Гребаное передвижение камеры вместе с выделением. Ага, понятно. Обойти по краю как получится? Да, вполне. Хотя и тут все могу разворотить. Тут как бы не трудно. Давай, короче, Абрамсы сюда. На выход. Они тоже. Давай сюда. Сюда. Пехота. С пехотой нужно что-то делать. It, это не... неправильно, что она так тут толпится к херам. Я же дофига просто. Yes, наспамили, it, блин. Ctrl-V, Ctrl-C. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Got it, sir. Got it, sir. Got it, sir. Yes, sir. Блин, сколько же ее здесь? Yes, sir. Выделять, не перевыделять просто. Что-то в одну группу. Got it, sir. Got it, sir. Ладно. Got it, sir. Got it, sir. До хрена отрядов.
формируем. Got it, sir. Главное, чтобы они сейчас еще сами не начали воевать. Это будет прискорбно. Черт возьми. Yes, sir! Yes, sir! Got it, sir! Yes, sir! Got it, sir! Yes, sir! А, отлично. Отойди подальше. Got it, sir! Yes, sir! А вот ты, получается, it, ничейный солдат. In progress! И давай куда-то подальше. Черт возьми, как же это нудно. Yes, sir! Got it, sir! Готово. Ой, куда? Куда? Как же ты долго сейвишься-то, а? Yes, sir! Тут тоже. Давай сюда. Got it, sir! Да хуя отрядов получается. Хорошо. Так, для начала паладины. Вперед. Абрамсы совсем на передовую. Гробы тоже в сторонку сюда. Got it, sir. Got it, sir. Глобальный движняк. Так, паладины. Интересно, там все заминировано, я прав? В сторонке. Вот здесь вот. Ага, сюда как раз они и собирались пробиваться, да, вот. Немало всего. О, трофеи. Залезть можно? Ну, можно. Прикольно. А вот в это что-то как-то нельзя. Странно. А тут позиции не такие уже мощные. Думаю, можно будет пробиться. Или же вот тут коридор создать. Тут позиции совсем хлипенькие. Да, тут можно пройти. Пожалуй. Тут коридор большой получится. Отсюда до сюда. Тут даже танками можно будет проехать, возможно. Так, ну чё, двигаем. Так. Yes, sir! Разведгруппа. Вперед. Где враг, там враг. Значит, мы тут где-то останавливаемся. Если разведгруппа ни на что не наткнется, значит свободно. Черт возьми, сколько же пехоты, наверное, лучше было ее оставить внутри. Хотя внутри бы она вся передохла. Так, что нам нужно убить? Эту хуйню и эту хуйню. Дальше АГС затащит. Давайте быстрее. Сейф. Так, патриот я... Блин, не патриот, паладин. Паладин я бинжу на единичку. Так, отлично. Все спокойно. Передвигаемся. Черт возьми, пехоту еще за собой тащить. Так бесит.
бля. Двигаться. Никому не двигаться. Sir. Yes, sir. Sir. In progress. Got it, sir. Так, все. Всех отправили. Блин. Паладины. Указания. Не, лучше сразу двоим отправлю. Указания. А, хорошо, что оно не сработало. Готово. Топлива мало. А тут ничего такая точность, я вам скажу. Прекрасно. Больше демократии. Yes, sir. Yes, sir. Разведгруппа. Вперед. Миссия прорваться в бой. Там что это было? Почему меня поворачивают? Это топливо мало. Что там-то? Колесо убили. Только паладины не стрелять. Так, что-то произошло. Хаммер зажали. Зажимаем. Так, ладно. На всякий случай вот эти четыре... Не, не четыре. Только два бардака я загружу. Так, что по топливу, кстати? Ой, мало. Ужас. Ужас. Ага. Проходим реку с той стороны. А где моя группа разведывательная? Вот она. Разведывательная группа в бой. Абрамсы. Тоже на передовую. Ну и все это... Группа тоже вперед. Так, еще один хаммер зажали случайно. Дебилы. Ох-ох-о, нет! Там, короче, кто-то с гранатометом был, прикиньте. Я, кстати, могу эту позицию зажать. А что у нас, кстати, по снарядам? Снарядов много осталось? Мне и снарядов мало закинуло. 16. Вполне нормально, кстати. Да, короче, сначала вот сюда вот. Стой! Просто сделать
Дабл выстрел. Помогёте? Вот, помогёте. Тут у нас тур находится. Готово. Позиция зачищена. Это я не знаю, бомбить, не бомбить. Ох, мать твою! Уносим отсюда ноги. За нами выехали. За нами выехала духая врагов. Я просрал, кажись. Засранцы. На самом деле тут можно даже пробежать мимо. Зуска. Тут у нас что? Что это такое? СПГ-9. Неприятная штука на самом деле. Ох-хо-хо, какая бойня. Значит так, тогда работаем сюда. Так, для начала отрабатываем это. Блин, отработайте. Черт возьми, что вы творите? Дистанция. Стрель. Нормально все, короче. Пиво. Ну, выстрел кто-нибудь будет делать? А ты не особо хочешь, понятно. Скоро топливо кончится. Так, все насрать на это. Нужно всех убить. Чтобы не забыли. Все, позиция чиста. Так, тут что-то есть. Тут кто-то есть. Ага. Понятно. Цель понял. Блин, так бы все снаряды не раскидать. Где остался второй? Ну тоже готов. Сейф. А это еще что за хуйня? А это моя группа передовая. Понятно. Сейчас этих забьем. Так, тут всего лишь станковки. Тут уже позиции потяжелее будут. Целый фронт здесь. Ну. Когда все очень стрёмно. Стреляет, блин, во все, что видит.
его не убили, гады. Так, ну мимо этого мы, думаю, проедем. Отлично, молодцы. Сработано. Ну чё, тараним всю группу. Ну, может здесь пробиться, хотя нет, тут слишком круто. Выглядит как нечто очень неприятное. Значит, да, герой будет быстро уезжай. Где же? Колонна вражеская остановлена, не остановлена. Как там дело? Плохо дело, понятно. Как обычно. Всегда дела плохо. Так, сколько тут наших бойцов? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Пока у меня... Морпехи, ебать! Морпехи это... Вот эти вот. Ребятюни. Это не просто бойцы. Им нужны не просто бойцы, им нужны морпехи. Сейчас уже стрёмно становится. Реально стрёмно. Я ведь могу и не доставить всех. Ладно, будем надеяться на лучшее. Вот она. Что-то случилось с нашим. Блядь. Значит так, план такой. Сейчас быстро переправляем все мои группы. Сюда. Быстро. Всех. Так, пока что они еще рашить не начали, отлично. Значит так, ребята, вы едете сюда и ликвидируете их. Все ясно. Первая группа двигает сюда. Так, сам. Эти двигают. Черт, без ускорения так медленно. Даже непривычно. Оп, поехали они.
нужно спасаться. Саня, прикрой, он еще справа есть! Противник впереди! Понятно. Так, короче, пехота. Нет времени объяснять, двигайся дальше. Понятно. А, горим. Хоть кто-то да должен пробиться. Бегите, глупцы, бегите. Хоть кто-то да пробьется. Я надеюсь. Сейчас все зависит от пехоты. Бегите, глупцы, бегите. Так, наши вроде бы остановили ихнюю колонну, но это важно. Есть остановить противника. Так, тут тоже остановили. Тут Абрамсы держатся хоть как-то. Наши пехотные составы убегают. О, мать твою! Мощный артобстрел. Чтобы вы по своим так накрывали, как по нашим сейчас. Охо-хо! Зуска! Все, ложатся мои просто пачками. Интересно, хоть кто-то спасется. Мне кажется, глупо было бы прорываться сейчас. Уж слишком плотно они там засели. Нужно обойти эту зенитку. Сука, так ложусь на одной зенитке, на одной. Если бы, если бы я смог достать. Давай, паладиша, паладиша, есть! Он достает. Ай, сюда не достанет. Так бы вообще было все шикарно.
А вроде и так неплохо. Черт, я не хочу тут сдохнуть на новую цель! Давай же, перезаряжайся. Отлично. Она свое дело сделала. Теперь дело за нами. Бойцы. Бойцы! В бой! Последний бой! Двигаем, двигаем, двигаем. Не тянем фронт за собой. Ни в коем случае этого нельзя делать. Сука, артиллерия. Хорош! Хорош это делать. Хм, а их там почти не осталось, кстати. Еще немного, и можно тупо пробегать. Капец, сколько же тут танков. Какие мои потери? А, как тут смотреть? А, это одиночка, тут, кажется, нельзя смотреть. Второе, четвертое, так, их тут осталось Дулькин хер. Или как она говорит? Не знаю. Ладно, все равно. Главное, что их ни хера тут не осталось. Я почти пробился. Главное, на эти окопы не идти. Что сейчас мои бойцы пытаются делать. Идти на эти окопы. А там арта гасит. Ох, капец, как гасит. Мои бойцы просто убитые. Двигай. Yes, sir. Это мой вариант на крайняк. Капец, как наша ложа. Нет. Сколько же тут моих бойцов? Легко. Да, тут они сагрились на нас. Тут наши пытаются сражаться. Гребать на этом пространстве, у меня полегло куча бойцов. Слушайте, а у меня не будет 20 бойцов. Это считаем. Это у нас сколько? 6, 7. Семеро. Это у нас сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, тоже семеро. 14 бойцов. И тут у нас еще 5. 19. Короче, не знаю, как долго я был на паузе. Блин, ты чё лагаешь? В общем так, рассказываю хронологию последних событий. Оказывается, тут были две ЗУСки на позициях, но мне посчастливилось, что арта остановилась так близко, что смогла достать до... Блинский. Трудно рассказывать, когда тут такая задница, танки прут. Засрань. Ладно, чтобы меня не нашли. Короче, арта достала, я обстрелял. Меня с арты тоже обстреливает боль, грусть, уныние. Сейчас меня танки ищут. По скрипту. Посмотрите, вы что тут остановиться собрались? Еще прикол в том, то, что эта группа не должна слиться. Она как назло хочет слиться. Ах, сливается группа. Куда ты бежишь? Тебе туда бежать нужно. Туду. Все. Провалена миссия. Прав? Да, миссия провалена. У меня, блин, тут 19 бойцов. 19 из 20. Так...
Для начала... Блин, чё ж ты лагаешь-то, а? Для начала вы бегите. Чёрт возьми. Убегайте. Никто не должен вас увидеть. Got it, sir. Готово. Yes, sir. С этими справились. Got it, sir. Oh! Черт возьми! Мои Got бойцы. It, черт подери. Что же делать-то, а? Shoot as I say four. Yes, sir. Yes, sir. Ляж. Ляж, черт возьми. Давай ты еще вылетишь на сейве, вот не надо, а? Yes, у кого-то из вас есть оружие? Yes, красавец. Убил. Беги. Беги, Форест. Так, там у нас танки патрулируют повсюду. Очень, конечно, красивые танки с технической точки зрения. Но они вражеские. Нет. О, господи. Yes, так, даже два бойца пробило. Ой. Нихера не два. Нихера не два. Один боец пробился все-таки. Ровно 20-й. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Вот он, 20-й боец мой. Спасенный. Эхе-хей, а вот и я. Блять, танки. У нас есть что-то противотанковое? Ну, два снаряда всего. Ага, во, сюда и можно. We'll do that. Yes, sir. Got it, sir. Двигаем. Мои 20 бойцов пытаются спастись. Yes, sir. Эти уже могут бежать. Нет, нихуя не могут. Ау. 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 Ой. Итак. Там артиллеристы до сих пор бесятся. Еще танки ездят. Ну чё, как, победная? Ну ведь победная, да? Кажется, нужно сюда двигать. Ну, двигаем, что? У нас выбора нет. Осмелюсь сейвнуться и пробежать эту дистанцию. О, охуенно. Эй, сучки. А я-то победил. Держать направление! Ага. Ей, победка. Ну что ж, а на этом я закончу, собственно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.